Давид, скажите, пожалуйста, ну вот почему первый тайм, да, такой равный был, да, равный счет? Я думаю все-таки, что во втором тайме, ну, во-первых, команда соперника играла без замен, поэтому во втором тайме они просто поплыли и все, а в первом тайме они играли достойно для первой лиги, второго дивизиона, поэтому вот так. А вы довольны тем, как команда провела эту игру? Я первый раз, ну, в этом году первый раз играю, поэтому я не знаю, как играли до этого наша команда. И для меня достаточно хорошо отыграли все. Конечно, были проблемы, но мы их исправляли и решали свои моменты. А какой момент вы считаете ключевым в этом матче? Ключевым моментом? Я бы не выделил какой-то момент один ключевым, потому что все отыгрывали свои позиции, все делали свое дело, и каждый из нас внес свой вклад в эту победу. Спасибо.